Итак, давайте на аудио проверим ток утечки с помощью токовых ключей. Для этого открываем багажник, защелкиваем вот эту собачку. Машина думает, что сейчас багажник закрыт, и постепенно отключит потребление в автомобиле. Так, оставляем минут на 15-20, и после этого приступаем к замеру с помощью вот таких токовых клещей. Так, берем токовый клещ, переводим на замер амперов. Нету тока утечки. Так, нажимаем кнопку. Так, и теперь смотрим, сколько у нас ток. Видим, в районе 4,5 ампер. Значит, электрооборудование исправно. Видимо, так. Ну и так, с помощью вот этих токовых клещей можно проверять машину, да, на утечке тока. Ну, в данный момент на машине нету утечки. С помощью токовых клещей мы это проверили. Как проверить процедуру, вы видели. Так что, если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь. И до новых встреч. Это был Майер. Пока. У меня сейчас идет ремонт в комнате, и сняты обои, и здесь видно штроба, да? Вот здесь вот розетка идет, штроба вот по кругу, по стене, визуально видно. Ну, давайте посмотрим, как сейчас работает мой прибор. Подносим прибор, пробуем найти скрытую проводку в штробе. Видим. Пошел звук. И причем точно, вот видите, он ровно на провод. Отвожу, пропадает звук. Но до этого я уже успел снять видео, где я высказался нехорошими словами в сторону, значит, и продавца, и в сторону компании Mastech, что вот продают такие токовые клещи с неработающими по нормальному функциями. Ну вот, видите, как-то это те же самые клещи, вот такой же серийный номер. Ну, сейчас я работаю доволен. Ну, давайте еще раз подведем в другом месте. Я нажимаю на кнопку, ничего не происходит. Подводим к стене, ищем скрытую проводку и видим. Ровно вот в этом месте. В этом месте. Отводим, перестает звук. Где-то вот здесь. Ага. То есть он буквально радиус отклонения, значит, сантиметр. Значит, где-то сантиметр. Вот, видим, как четко срабатывает. И вот это расстояние, где-то сантиметр, нам позволяет не ошибиться, а точно вот здесь, если что, выдолбить и достать оттуда провод. Видим, здесь нету провода. В заключение хочу сказать, все-таки вот эти токовые клещи, они странные. То есть, значит, когда получил я этот заказ с Китая, тогда были какие-то, значит, у него глюки. Но в работе уже, да, в дальнейшем он как-то отсамокалибровался и
принципе, меня устраивает на 100%. Вот видим скрытую проводку, он находит с точностью до сантиметра. И никаких ложных срабатываний при этом нету. Видим? Нажимаю все это. В общем, за те деньги, которые я купил, прибор отличный. Я им полностью теперь доволен. Спасибо за просмотр. Пишите свои отзывы об этом мультиметре или задавайте вопросы. Ссылка в описании, где я купил, присутствует. Всем пока, это был Майер.